По данным МЧС России, все пожары на территории Хакасии потушены. Жертвами стихии стали, по последним данным, 15 человек. Пострадали более 480. Состояние 8 оценивают как тяжелое. Причиной возгорания власти назвали несанкционированный поджог травы. В результате сгорели порядка 1200 домов в 38 населенных пунктах. Без жилья остались более 2000 человек. Многие из них находятся в пунктах временного размещения. Правительство Российской Федерации выделит пострадавшим материальную помощь в размере 310 миллионов рублей.